Какие куколки, вы посмотрите. Сегодня я гуляю в парке, но уже в другом. Без крокодилов. Но с уточками. Вот в этом парке, который у нас, можно сказать, у дома. Вот здесь, видите, какие гугольки маленькие. Плавают. Ну, сейчас мама поплывет, и они поплывут за мамой. Эти фильмонечки. Чистенькие. Ну вот, видите. А вот там уже побольше. Один остался. Каждую ночь их жрут еноты. Еноты здесь. Да, вот видите, мама и один птенчик остался. А было, может, штук 8. Все. Не уберегла она. Ну, а как убережешь? Вот. Видите, сколько их здесь, этих уток? Очень много. Ну, моготушки. Да как? Вот однажды я притащила домой таких малюсентиков. Не знаю, сколько было их штук. Потом обратно отнесла, но их, наверное, так сожрали. Не смогла я их дома удерживать, потому что это, конечно, дикие птицы. Хотелось, чтобы они выросли, а потом я их отпущу. Но 3 дня и все, я их обратно отвезла в лес, как говорится. Ой, какие хорошенькие. А тут, смотрите, 4 подруги, что ли. Это что у нас, Sex and the City, что ли? Секс в городе, большой секс в городе называется. Видите, вот плывут. Красота. Красота. И чего? И чего вы ко мне подошли, желтолапые? Вы думаете, у меня что-то вам есть, что ли? А? Да, вы привыкли, что вас тут кормят, а у меня нет ничего. Да. Вот ты можешь укусить, конечно, но я тебя не боюсь. После крокодила я уже ничего не боюсь. Вы меня можете кусать сколько хотите. Парочка, видите, какая подошла ко мне. Да. Эти-то могут меня кусать сколько хотят. Точно ничего не боюсь уже. Такие забияки. Ну, подошел, думает, я убегу. Я, милый мой, кусаная и пуганая теперь. Ну, конечно, кусанная, не могу сказать, но пуганная. Не могу прямо и глаз отвести от таких малышей. Мама учит их плавать и еду добывать. Да, опять штучек. Господи, живите, чтобы вас никто не съел. Ну, какая плывет прям. Волны аж создает. На разрез. А, там это с малышом, которая... Они тут, у них тут тусня, можно сказать. Самая настоящая тусня. Угу. Так классно. Ты садишься на лавочку, они все к тебе бегут. Видимо, люди с этих лавочек их кормят. И они вот, видите, увидели, что я села, и все сюда. Якобы мимо, а сами, ну-ка, может, она что и дает. Он какой идет, разжиревший. Летит твои налево. Еле ползет, смотрите, что. Вот тебя туда, в парк-то. Да. Там бы полакомился этот, который со мной вчера поздороваться хотел. А это что такое? Топчет, что ли, девчонку? Вы посмотрите, что делает. Топчет курочку. Убегай, убегай быстрее от него. Он тебе конфет даже не купил, коробки. Это вообще называется они индоутки. Это между индюком и уткой. Вот такие вот они, видите. Тоже, наверное, сказки рассказывают. Типа, выйдешь за меня замуж, шубу куплю. А потом что говорит? Какие только мысли дурные в голову не приходят. Вот-вот. Ой, такие прям разжиревшие. Да с ума сойти надо. Нас идти. Да блестящие. Да они теперь что, 2 тут на 1. Давай убегай быстрее тут. 2 жениха тут еле ходят. Женихи-то твои. Вон еще одни идут. Шипят. Ну идите хоть ко мне-то. Вон как, смотрите. У них, видимо, брачный период, что ли. Они тут все мужики вон. Нахохлились. Да, смотрите, вот за этой идут.
та-та уточка хорошенькая. А вот с белой грудочкой стоит тоже ничего симпатичное. Сразу видно, кто мужик, кто женщина, смотрите. Сразу видно. Они тут все влюбляются. У них тут, наверное, ночной клуб, что ли. Попала я. Девки. Женихов нету у вас, да? Ну иди сюда хоть. Ну, клюнь меня. Ну, так нету ничего, миленькая моя. Я бы тебе дала бы. Ну, только если меня клюнуть, да. Ну все. Да куколки мои. Ну, знала бы, так я бы дала бы вам, что принесла бы. Не знала, что вы так подойдете. Ну, разочаровались вы во мне, да? Разочаровались. Носики-то желтенькие. Да тапочки-то желтенькие. Да такое лёсие. Ну, да. А что еще сказать-то вам? Что еще сказать, куколки мои? Нету ничего, да? Палец-то у меня невкусный. Нет, нет. Ну... Ну, простите, нету ничего у меня, да. Да, сейчас погуляю и пойду в саду у себя смотреть, кто у меня там в саду летает. У меня тоже в саду, у меня там целый, просто целый сад циркачей. Больше никак не могу сказать. Ну, опять пришли. Ну, что дать-то тебе? Нету у меня ничего раз, нету. Ну, нету, Золечка моя, ну... Хорошенькие вы, конечно. Ну, миленькие. Ну, надо же, какие ручные, да, смотрите. Это вообще... Да, сладочки мои. Я погладила бы вас. Да. Четыре подружки. Ну, это я так думаю. Ну, идите сюда, идите быстрее сюда. Тега, 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 тега. Чопа, 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 чопа. Смотрите, бегом, бегом ко мне бегут. Не помните, что ли, что это я? Это опять же я. Давайте, ну идите, идите, еще поглажу вас. Они думают, ну отошла, может, нашла в кармане какой хлеб. Да. Все еще верите мне, да? Миленькие мои. Надо в следующий раз прийти, да вам что-нибудь дать. Хлеб вам нельзя, я не знаю, что вам можно-то. Ой, ну вообще ручные совсем. Ну. Смотрите осторожно, а то из вас утку в яблоках сделают. Да. Будете ко всем подходить. Видите, сколько ребят на площадке. Кто во что играет, кто во что гораст. Кто на велосипеде, кто с мячиком, кто влюбляется, кто что. Разных цветов и разных возрастов. О! Что делает, а? От. Хочет добраться, добраться, добраться. Так, смотрим, смотрим, как она сможет тут поесть. Оно же сразу закрывается. Ой, 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 ой. Ух ты, дорогая моя. Давай опять. Ты что-то зарядкой давно не занималась, видимо. Ну, еще раз. Давай. Еще один бросок. Уже было два броска. Вот уже это четвертый. Показываю просто второй. Так. Семечек-то она увидела. Там чищенные семечки. Ой, скажет, иди твою тоже хочу. Ух! Что-то у тебя не получается, дорогуша. А? Давай еще раз. Ну. Давай, 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 давай. Не ленись. Мускулы накачаешь себе. Давай. Прыг, скок. Давай. Ну, будешь, нет? Ой, кормят друг друга, вы посмотрите. Оба сидят на кормушке, но все равно друг друга кормят. Он что делает? Типа, угощайся, за все заплачено. Такие интересные, муж с женой. Вот как они. А что сама-то не можешь? Да, муж кормит жену. Вот какие молодцы. Курочки мои маленькие. Ой, то есть латулечки. Ой, какие хорёсенькие. Ну, чё ж она тебя бросила-то? Кормил, кормил, поил, поил. Вот бабы. Бабы такие бывают, да, бабы такие. Смотри осторожно. Подумай, прежде чем жениться.
Вот такие черти пугают наших маленьких птичек. Огромный, просто огромный. Да он еще и змею держит. Господи, где хоть он ее взял?